Кира. И всем привет! Сегодня Макс и Бруно залезли в логово монстра. Не верите? Смотрите сами. Обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Макс, постой, не ходи туда! Бруно, это ты! Да я просто решил новой тропкой пойти домой! Не надо, Макс, это запретная дорога, туда никто не ходит. Вот никто не ходит, а я схожу и посмотрю, что там. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Нельзя его вот так вот одного отпускать. Эх, что делать? Пойду за Максом. Бруно, что это за строение странное? Вау. Значит, это не легенда. Бруно, Бруно, мы срочно должны посетить это вот строение. Давай туда проберемся. Бруно, здесь есть небольшой вход. Ну что ж, была не была, полезли, посмотрим, что там. Оставлю свой рюкзак в кустах, а то не пролезу с ним. Еще чуть-чуть, Бруно. Вот это да! Макс, Макс, ну что там? Я могу лезть следом за тобой? Бруно, давай залазь! Здесь никого нет! Ого! Макс, понятия не имею. Можно только предполагать, что это точно не человек. Бруно, ты посмотри, сколько бутылок-то разнообразных! Ого, бутылочка Насти! Макс, Макс, думаю, нам нужно уходить отсюда. Да, Бруно, ты прав. Нужно срочно уходить. Макс, Макс, назад, кто-то идет. Да тише тебе, Макс. Бруно, что теперь делать? Да исследовались называется. Давай притаимся где-нибудь, потом вылезем по-тихому. Ну где? Где здесь притаишься-то? Кажется, у меня есть хорошая идея. Макс, давай побыстрее, я уже не могу. Да сейчас, Бруно, подожди немного. Давай лезь. Бруно, я все. Кажется, не заметил нас. Нужно выбираться. Макс, давай слазь оттуда. Хорошо, а то у меня уже все ноги затекли. Бруно, это что за чудище? Не время вопросов, Макс. Нам нужно бежать, пока оно не очнулось. Я так перепугался! Думал, что оно найдет нас! Макс, это человек-дерево. Он действительно существует. Он приходит к себе в логово, и там, как дерево, как полено падает и затвердевает. Ага! Ужасное зрелище! Интересно, он по-прежнему спит? Макс, да что же ты медлишь? Бери свой рюкзак и бежим! Наконец-то добежали хоть до дома Пеппы! Здесь мы в безопасности! Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.